От Литл поступает, Литл на шорт открывается, дальше по Крашу, но в прыжке тут его ловят. Отличная работа от Краша. Дальше, прекрасно понимаю, что выход на него будет осуществляться через ковры. Начинает встречу, забирает одного, второго. Ай-яй-яй, Краш, ну и остается лишь один Тони Блэк. Да, и вот в контроле с кухни, задний плент, красный, конечно, под ним Краш находится, флешку лицом словил здесь Тони Блэк, и уже, скорее всего, машины, нет, ну, просто смотри.